Прокуратура Красночекуевского района поддержала требование ООО «Разрез уголь» отменить постановление главы администрации Черемховского поселения о приостановке разрешения на строительство дороги для вывоза угля за Шуланского месторождения. Об этом сообщили корреспонденту «Запру источники». Как сообщалось ранее, глава сельского поселения Виктор Ковнер после обращения односельчан с требованием перенести дорогу, которая может нанести существенный вред экологии населенного пункта и уникальной биосфере Таежного района, относящегося к водоохранной зоне Байкала, подписал постановление, предписывающее вернуть документацию по строительству на доработку.